Добрый вечер, уважаемые коллеги. Вижу, что вы подтягиваетесь. Если у вас появился звук, если появилось видео, есть презентация, чтобы мы с вами могли начать наш вебинар. Вижу, пока два человека отписались. Давайте еще подождем чуть-чуть. Нас гораздо больше. Прекрасно. Вижу плюсики, значит, все точно слышно. Хорошо. Мы сегодня с вами поговорим на тему по активизации творческих способностей и о том, как, даже сактивизировав творческие способности у учащихся, еще и сконцентрировать их внимание, да, что нужно нам и для того, чтобы делать задания творческие, и, в принципе, для того, чтобы учащиеся на уроках нас воспринимали и слушали. Начать хотелось бы мне именно с творчества, а затем уже мы перейдем с вами к такому вопросу, как концентрация внимания учащихся. По творчеству. Да, хотелось бы сказать, это креативности. Здесь у меня на слайде есть определение слова «креативность». Это от английского «create» – «создавать», «творить». То есть творческие способности индивида, характеризующиеся готовностью к принятию и созданию принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или принятых схем мышления. Да, это самое главное, что, в принципе, здесь сказано, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что когда человек что-то креативит, значит, он создает что-то новое, чего не было до него. Да, или он как-то должен посмотреть на ситуацию, на проблему, которую нужно решить, и решить ее и по-иному, да, то есть не так, как решали до него, в разрез общепринятым каким-то, да, нормам, способом решения и так далее. Все это будет креативность. И, как говорил Абрахам Маслоу, да, креативность – это творческая направленность, которая врожденно свойственна всем. Но с возрастом, со временем, да, она теряется под воздействием сложившейся системы воспитания, образования и социальной практики. То есть на нас давит общество, и не все люди, даже родившись креативными, а все рождаются креативными и творческими людьми, потом впоследствии, да, все-таки остаются креативными и творческими. Ну вот мы с вами педагоги, поэтому мы всегда креативные и творческие. У творческого мышления есть свои характеристики. Здесь они перечислены. Это и быстрота, и гибкость, и оригинальность, и законченность. То есть в общем и целом мы понимаем, да, что все эти четыре характеристики очень важны. Например, без того, чтобы уметь высказать широкое многообразие идей, то есть без гибкости мышления, да, творческого, не так хорошо у нас получались наши, например, mind maps, да, когда нам нужно, да, настолько много многообразных идей высказать вокруг какого-то одного понятия, одного слова, одной картинки, да, чтобы у нас, например, учащиеся научились описывать картинки в ЕГЭ, да, на устной части, действительно используя еще и гибкое творческое мышление, потому что нужно же сначала на нее внимательно посмотреть и подумать, допустим, да, что там нужно сделать, что нужно описать. По оригинальности, да, способность порождать новые нестандартные идеи – это очень-очень важно, потому что не всегда нужно ориентироваться на какой-то шаблон, на что-то, что уже сделали до тебя, и делать четко в соответствии с шаблоном. Да, когда-то это тоже нужно, да, но когда что-то касается творчества, то нужно уметь и что-то сделать абсолютно свое. По быстроте, да, высказать большое количество идей, сгенерить их, да, это очень тоже хорошее умение. И по законченности, да, способность совершенствовать свой продукт и придавать ему законченный вид, это тоже очень важно. А для развития творческого мышления нужны определенные, конечно же, условия. И самое первое, наверное, самое главное из всех условий – это наличие благоприятного психологического микроклимата в классе и доверительные отношения как между учащимися, так и между вами и учащимися. Плюс, конечно же, не стоит избегать творческих заданий, которые у нас даются в рабочих тетрадях, в учебниках, в дополнительных пособиях, которые вы используете. Выполняйте их, потому что именно систематическое использование таких заданий помогает нам развивать творческое мышление учащихся. А затем процесс формирования творческих способностей непосредственно связан с учебно-познавательной практической деятельностью. То есть они неразрывны, они будут друг друга всегда дополнять. Мы ни в коем случае не делаем какие-то творческие задания, которые абсолютно никак не связаны с языком и никак не связаны с английским в нашем случае. А при выборе заданий следует, конечно же, учитывать возрастные особенности учащихся. Также, да, хорошо обращать внимание на формирование и развитие положительных качеств личности, и только положительных.
да, на отказ от формальных методов работы, чаще применять методы работы в сотрудничестве и привлекать в том числе внеклассную работу, хотя бы в той мере, чтобы следить за учащимися, чтобы смотреть, что они еще умеют делать, помимо того, что они приходят к вам на уроки и что-то делают, что вы их заставляете делать. Да, что, какие у них есть хобби, чем они еще занимаются, что они делают у других педагогов, да, на уроке. Поэтому это все важно, важно следить за учащимся не только на своем уроке. Вот, собственно, да, здесь как раз в основополагающих принципах работы для активизации творческих способностей третьим пунктом это и перечислено. А также, что еще нужно делать? Внимательно и чутко относиться ко всем проявлениям творческой активности детей. То есть, если дети что-то хотят провести, а вы им будете постоянно отказывать в каком-нибудь мероприятии, празднике, конкурсе, что-то еще творческое, выставка творческая, может быть, да, научный какой-нибудь клуб, но с творческим уклоном, драма-клуб, пожалуйста, вообще полностью творческое. Они у вас просят что-то такое организовать, просят, когда вам раз откажете, два откажете, три откажете, они перестанут потом просить и вообще про это, да, будут стесняться вообще что-то просить. Поэтому внимательно и чутко все-таки нужно стараться, насколько это возможно, относиться ко всем таким проявлениям творческой активности у детей. Также, да, это развить умение видеть потенциальные творческие способности в каждом из учеников, потому что каждый ученик по-своему в чем-то талантлив. Просто каждый будет талантлив в чем-то своем. Не все они смогут у вас запомнить большое количество текста, допустим, стихотворения, не все на английском языке особенно. Возможно, не у всех есть слух, чтобы петь какие-нибудь песни на английском языке, да, и они вообще будут стесняться всего этого. Но посмотрите, возможно, они все равно что-то такое умеют, что вам вы найдете как-то применить на своих уроках. И не только на уроках, но и во внеурочной деятельности, во внеклассной деятельности, везде. А какие могут быть формы работы для активизации творческих умений? Можно использовать песни и стихи, можно использовать задания творческого характера, конечно же, можно и нужно применять ИКТ. Это может быть выполнение проектов, это могут быть деловые игры и конференции, а также, в принципе, использование необычного формата работы. Да, то есть вот, зависит от того, что вы хотите сделать, то вы, соответственно, такой формат и выбираете. Сначала мы посмотрим с вами примеры на задания творческого характера. И как раз первое же задание – это замечательное такое упражнение, где наши ребята на самом деле делают задание по английскому языку, но оно творческое. Посмотрите, используя картинки из cut-out, да, то есть из рабочей тетради, из разрезного материала, мы должны сделать свою любимую пиццу. Для этого нам нужны ножницы и клей. Мы вырезаем изображение продуктов для пиццы, приклеиваем их на изображение пиццы и подписываем под ними название по-английски. То есть каждый сделает ту пиццу, которую он любит, если кто-то не ест. Не знаю, помидоры, он не будет туда, допустим, добавлять, скажем так, да, помидоры. Кто-то не любит сыр, он туда на свою пиццу этот сыр не будет помещать. И так далее. После этого ребята, конечно же, на самом уроке уже обмениваются, да, с содержимым своих пицц, да, рассказывают, какие ингредиенты входят в каждую пиццу. То есть это действительно интересно. Cut-out раздел черно-белый. Соответственно, можно еще и раскрашивать, да, то, что мы вырезали и приклеили. А здесь уже немножечко другой пример. Это 6 класс, New Millennium English. Мы сначала с ребятами в 5-м упражнении знакомимся с тем, как выглядят британские и российские поздравительные открытки. А в 6-м упражнении мы уже делаем свою собственную Christmas card или Christmas cards, как здесь даже указано, да, для учителя и для своих друзей. Поздравления у нас уже есть, а вот самого оформления у нас нет. То есть вроде бы, да, ребята просто что-то рисуют и оформляют, но так как они внутрь будут вписывать какое-то одно из поздравлений, которое будет подходить одно учителю, а другое, по-другому ты будешь уже поздравлять своего, не знаю, свою маму, да, то есть каждый подберет что-то для себя определенное и плюс красиво оформит. Даже в говорении, да, в разделе speaking, можно найти задание творческого характера. Например, здесь у нас нужно рассказать короткую, веселую историю на основе иллюстрации, которая у нас есть, на основе плана рассказа, да, вы видите, follow the steps, и на основе того, что у нас есть Wordbox. В принципе, в самом Wordbox уже даются основные слова, основная лексика для этой истории, но нам нужно так их соединить между собой, эти слова, чтобы история действительно получилась очень-очень веселая.
у кого история будет веселее, тот, соответственно, например, выиграл. Далее. Можно использовать пантомимы. Да, здесь у нас вот в рядах до третьего класса пантомима, в принципе, в самом задании присутствует. Да, нам нужно прочитать стихотворение «Считалку» и изобразить ее пантомимой. Даже рубрика называется «Let's mime». 10 red apples. Да, мы видим, что ребята могут ее, да, всю просмотреть, прочитать, а после этого сделать свою подобную стихотворение «Считалку», используя, соответственно, фрукты подходящего цвета. И нам нужно придумать свое стихотворение, вписав слова из рамки в пропуске. Это под буковкой «Б». У нас есть иллюстрации, у нас есть цифры, цвета и название самих фруктов. То есть, что вписывать в пропуске, да, или что говорить в том или ином пропуске, у нас все уже имеется. Нам нужно просто все скомпоновать. И, конечно же, тоже можно изобразить пантомимы. А в книге «Развивающие задания. Стихи и песни для начальной школы» мы также найдем творческие задания. Куда без творческих заданий с развитием, да, никуда. Нам здесь нужно соотнести фразы с картинками. Мы видим, что, в принципе, ни одна еще картинка пока ни с какой фразой не соединена. Да, то есть нам нужно сделать, самим попробовать сделать такой цветочек, но для того, чтобы его сделать, и он у нас правильно весь распустился, нам нужно понять, в каком порядке должны стоять картинки, да, потому что картинки у нас все перемешаны. Зато у нас есть полная пошаговая инструкция, что зачем нужно делать. Если мы все сделаем верно и каждый шаг будем делать, да, прочитали, поняли, что от нас сделали этот шаг руками, да, творчески, и мы уже можем найти, на какой картинке это нарисовано, и, соответственно, соединить. И плюс в конце у нас получится такой красивый поздравительный цветок, который в воде раскроется, а там будет написано «Happy Birthday». А тоже к теме дня рождения. Здесь нам нужно послушать, нарисовать и раскрасить на праздничном торте горящие свечи по количеству исполнившихся тебе лет. Да, то есть не просто задание на какой-то конкретный только возраст подойдет, а в принципе для начальной школы, да, второклассник здесь найдет нужное количество свечек, и четвероклассник тоже. Здесь в задании из метапредметного портфеля тоже ребята рисуют, делают творческое задание. Перед ним они ищут 10 названий животных в квадрате, строго по горизонтали и по вертикали. После этого они могут, конечно же, подсмотреть сюда, да, в квадрат со словами и выбрать какое-нибудь животное, если у них нет домашнего животного, и изобразить его. У нас здесь уже говорится вкратце в трех буквальных предложениях о домашнем животном нашей девочки Элизабет. Да, она говорит, что «My pet is a cat, her name is Mint». I like my pet. Да, больше она, правда, ничего такого не говорит, но наш учащийся, если знает цвета, может сказать, какого цвета его домашнее животное. Да, опять же, да, сказать его имя, что он его любит. Да, может, он скажет, сколько у него домашних животных, перечислит, нарисует, может быть, не одно свое, да, pet, но несколько. Здесь тоже задание творческое. Это уже четвертый класс, метапредметный портфель. Ребята выбирают, что они будут изображать. Либо Dream Flat, либо Dream House. Чаще всего ребята, конечно, рисуют Dream House. Зачем Dream Flat? Потому что в Dream House можно больше всего поместить. Здесь можно сделать больше этажей, больше комнат, соответственно, на этаже. Да, то есть ребята всегда найдут, как развернуть это все, да, в красивую картинку. Примеры у них здесь есть, чтобы они понимали, как можно дом в разрезе нарисовать и квартиру в разрезе. И самое главное, после того, как они все нарисовали, они и во время того, как рисуют, ориентируются на вопросы, которые даются в этом плане. И когда уже все нарисовали, они по плану, по вопросам, 8 вопросов, что там, да, что в квартире, что к дому. Все честно, никто не перетрудится, если выберет что-то другое. Они описывают то, что у них получилось нарисованное. Чтобы это не было голословным, вот показываю фотографии ребят, которые это задание выполнили. Так, мальчики в основном рисуют дома. И вот после этого, да, здесь вы видите целая пустая страничка на развороте, соответственно, на следующем. Ребята могут, да, сверяться с вопросами на предыдущей странице, переворачивать и писать себе ответы уже по своему дому, по тому, что он нарисовал. И такие вот рисунки есть, да, и кто-то даже за рамки пособия выходит, чтобы потом можно было сделать выставку. В пятом классе уже ребята постарше. Здесь они у нас рисуют эмблемы. Нарисовать эмблему тоже непросто. У нас, например, и дизайнеры, чтобы изобразить эмблемы тех
After School Activities, которые уже даны в задании, тоже долго думали, как их интересно и красиво нарисовать. Да, какие-то эмблемы, в принципе, предугадываемые очень легко, например, Drama Club, да, или IT Club, скорее всего, любой бы изобразил, да, там компьютер. Но вот Singing Club, да, вот так оригинально изобразить птичку, или в Football Club, да, и в название мяч добавить, и сократить его так очень интересно для логотипа такого небольшого. Соответственно, учащиеся смотрят на то, что уже им дано, и по образу и подобию пытаются придумать логотипы для своего занятия, куда они ходят после школы. Как правило, все ребята чем-то занимаются. А если они никуда не ходят, значит, они что-то дома, возможно, делают. Кто-то в компьютерные игры, возможно, играет. Да? Он, соответственно, напишет, что у него вот After School Activity – это компьютерная игра. Но все равно, так или иначе, он должен будет придумать эмблемку для вот своего такого activity. И после этого они заполняют My Dream School Timetable на правой странице. Да, вы видите, здесь есть только пустая заготовка, нет ни времени начала, ни в какой день недели, да, будет, соответственно, те или иные уроки, да, то есть дни недели помечены, и больше никакие уроки не расписаны, время начала не стоит, перерыв не помечено, перемен тоже нет, ничего нет. Все пусто, нужно придумать все самим, ребятам нравится. А придумывать свой сэндвич им тоже нравится, и вот здесь они это делают. В этом задании вся тема посвящена пикнику, поэтому они делают сэндвич, чтобы можно было это что-то сделать и взять с собой на действительно такой какой-то пикник, особенно если вы проводите этот раздел весной, да, то самое то где-нибудь в школьном дворе еще и перекусить. И, в принципе, просто с собой взять на чаепитие на урок. Ребята здесь составляют списки продуктов, список инвентаря. И также составляют рецепт очень кратко, да, с небольшой иллюстрацией, как это выглядит вот на данный момент. То есть получается такая recipe book. А по песням и стихам, что можно использовать? Можно, конечно же, использовать пособия Клары Сакман и Мариан Юрьевны Кауфман «Songs and Poems for Junior School» и «Songs and Poems for School». Книга слева для, соответственно, начальной школы, справа с 5 по 11 класс подойдет. Аудиокнигам абсолютно бесплатно можно скачать по ссылкам. Ссылки вы можете либо взять здесь сейчас со слайда, либо вы можете просто зайти в наш интернет-магазин и там в аннотации найти и к первой, и ко второй книге ссылочки скопировать, вставить в адресную строку и открыть себе плейлист. Да, вот админ как раз нам ссылочку дал, где можно посмотреть на книги. Кстати, можно и страницы из книг посмотреть, да, полистать. Все это реально, и там же есть ссылочка на аудио. В книгах есть замечательная карта книги, то есть по ней очень удобно ориентироваться. Вы там находите название, да, то есть вы понимаете, о чем будет идти речь уже из названия. Также там есть тема, проблемы и ситуация, которая затрагивается в этой песне или стихотворении, лексический, грамматический материал и социокультурная информация. То есть вы всегда полностью, да, уверены в том, какое вы берете стихотворение или какую вы берете песню, о чем она, какие там лексические единицы встретятся, что можно по грамматике будет использовать. Да, вот, допустим, здесь есть песня вот у нас «Troy», тема «Мой друг», да, и мы повторяем там глагол «can». Или «a super cat» тоже на глагол «can». Почему делаю на это упор? Потому что дальше мы с вами будем, когда смотреть про внимание, то опять с этим встретимся, с песнями. А тематика разная и про день рождения, и про погоду, да, и про постарше, для ребят постарше, про пилигримов, про Стоунхендж, про английскую школу. Все это можно здесь найти. В развивающих заданиях, стихах и песнях для начальной школы тоже, конечно же, есть, исходя из названия книги, стихотворения, например, про Little Cat или про вот такого незадачливого повара, который все перепутал. Можно попросить ребят не просто даже выучить стихотворение и рассказать, а еще и придумать ему иллюстрации, что еще мог напутать повар, а помимо того, что он мороженое пожарил. Как вы видите, стихотворения здесь различные, от маленьких до больших, да, и крупных, и все на разную тему. И столицы выучат, очень полезно, да. Ролевые игры, да, полезно использовать. И опять же, да, для развития творческих способностей учащихся они тоже нам хорошо подойдут. В данном случае, например, в этом примере, нам нужно помочь, будучи, кто-то будет, соответственно, a host, да, кто-то будет, как сказать по-русски, принимающей, да, стороной или человеком, который работает, например, на ресепшене, да, а кто-то другой будет гостем того места, куда он заселился,
Да, и ему нужно помочь, рассказать, как правильно набрать номер, чтобы позвонить домой. Да, то есть, это очень, во-первых, важная информация, как позвонить, как все, что нужно сделать. Да. Вот ребята, соответственно, поиграют в такую ролевую игру. В начальной школе очень популярны мини-проекты. И очень хорошо, когда эти мини-проекты у нас выходят потом в дело. То есть мы используем ту поделку, которую мы сделали. В данном случае ребята делают chatterbox в Миле для третьего класса. И потом с этой chatterbox они рассказывают о теме погода, да, используя саму вот эту вот, да, поделку. Чем старше ребята, тем проекты, соответственно, становятся сложнее. Вот в данном случае в седьмом классе они делают постер о своих летних приключениях. А в 11 классе они уже делают презентацию о факультете того института, куда они хотят поступить. Не обязательно, чтобы это был действительно реальный вуз, в который они собираются поступать. Это может быть Оксфорд, Кембридж, Гарвард, не знаю, что им там понравится. Самое главное, что они должны очень подробно изучить сайт этого учебного учреждения, да, то есть объяснить, почему они выбрали именно этот колледж или именно этот университет, дать краткую историю университета или колледжа, а все это проиллюстрировать, конечно же, фотографиями, картинками, написать, какова процедура поступления туда, какие нужны документы, какие нужны экзамены, может быть, какие-то отзывы, да, и какой факультет они хотят поступить, и почему они хотели бы или хотят на этот факультет поступить. А после чего они, конечно же, защищают свои проекты, и каждый рассказывает про то, куда он хотел бы поступить. А в редапах тоже очень много проектных заданий. Здесь, например, ребята после того, как сделали research по своему имени, да, выясняют, почему тебя так назвали, в честь кого тебя назвали, что был это за человек, в честь которого тебя так назвали. Они делают тоже постер. На постере они должны включить результаты своего исследования, свои чувства по поводу своего имени, да, люблю я свое имя, не люблю я свое имя. А свое собственное стихотворение о своем имени, они делают его чуть ранее в предыдущем задании. И иллюстрацию своего имени, как я себя вот вижу, да. И эти постеры можно все собрать вместе и устроить даже выставку, как здесь и сказано. Игры, да, игры и творческие способности ребят тоже очень связаны. Можно играть в различные игры, если их нет у вас в учебнике, значит, вы будете, скорее всего, сами что-то добавлять. Например, happyenglish.ru для второго класса все есть. Да, они играют в настольные игры, и вот здесь в данном случае это игра Фанты. А в Миле для второго класса можно найти вот игру Guess the Toy, да, когда ребята должны угадать, какая же игрушка загадана. А по необычным форматам работы хорошо подойдут задания из метапредметного портфеля и из книги Реслава Петровича Мильруда тоже, я чуть позже покажу. А здесь нужно посмотреть, прочитать коротенький комикс и выполнить задание. По заданию нам нужно найти все вещи, которые лежат не на своих местах, обвести их и выписать название предметов, которые лежат не на своих местах, используя словарь. Да, то есть мы понимаем, что ребята могут что-то не знать, это второй класс, а какую-то лексику они могли еще не освоить, соответственно, они для этого используют как раз-таки словарь. То есть словарь используется, потому что нам нужно с ними метапредметное умение, такое, как уметь пользоваться сносками, комментариями, словарями, да, они должны это уметь делать. А то ребята у нас иногда дорастают до 9 класса и не знают, как пользоваться даже англо-русским словарем. Да, ну, в данном случае они русско-английский должны, конечно, использовать словарь, но все равно, да, как пользоваться словарем, как в нем слово найти, что слова все стоят по алфавитному порядке, да, как это в алфавитном порядке, если в слове очень много букв. Вот нужно им это все тоже объяснить и показать. А когда мы что-нибудь сравниваем? Чаще всего в учебниках мы сравниваем фотографии или иллюстрации, или картинки, да, ищем разницу. А здесь мы сравниваем два текста. Тоже уже будет необычный формат работы, потому что сравнивать тексты между собой, да, это все-таки немножечко, да, так необычно. Чаще всего мы привыкли сравнивать иллюстрации. Но вот здесь это тексты. Вот ребята как раз на иллюстрациях, на картинках сравнивают их. Кто-то все одним цветом выделяет всю разницу, кто-то разными цветами. Вот, как правило, девочки все разными цветами всегда делают. Вот здесь вы видите, да? Оранжевые, зеленые, розовые. Все старались. А в метапредметном портфеле для 5 класса можно найти тоже необычный формат работы, такое вот задание, где ребята должны ходить по комнатам Кенсингтонского дворца, собирать там, если правильно решат задание, буквы, затем вписывать эти буквы в окошки,
которые у нас даются под заданием. Всего 8 окошек, как и 8 комнат и 8 пунктов инструкции. Как только ты все правильно по инструкции сделал, все буковки правильно собрал, у тебя будет, соберется, соответственно, название скульптуры, которую детям в Лондоне скульптор подарил в 1912 году. Вроде бы, да, кажется, что несложно, но по инструкции есть там несколько моментов очень таких хитрых, которые сбивают толку и начинаешь думать, что ну все, ну буквы никакая не получается. А вот получается, все проверено неоднократно. А для творчества, опять же, что можно еще использовать, если вдруг вам нужно свою презентацию как-то разрисовать, да, добавить в нее каких-то иллюстраций, если вам нужны карточки, по которым ребята будут вам на вопросы отвечать или предложения составлять, или еще для чего-то, можно использовать сайт, такой помощник с рисованием различных картинок, он бесплатный, autodraw.com. Самое главное, что нас здесь интересует не простой карандаш, да, такой на светлом фоне, в левом меню, а самый первый сверху карандаш такой магический, со звездочками на черном фоне. Почему? Потому что когда мы кликаем на него, а потом что-нибудь рисуем, неумело, я, например, не умею рисовать, поэтому юбка в моем понимании выглядит как-то так, то система уже сама, да, сам сайт AutoDraw, он предлагает нам подумать, что мы имели в виду. Возможно, вы имели в виду, да, здесь написано «Do you mean?». И далее предлагаются много-много-много картинок, они все просто в одну строку располагаются, и строку можно подвинуть с помощью, да, скроллинга, и посмотреть, найти то, что вы хотели. Вот моя юбка в том числе здесь тоже нашлась, да, вот она. Вот так вы находите нужную иллюстрацию в нормальном, подходящем вам виде, потому что там есть несколько, например, тех же самых юбок разного вида. Да, я нашла ту, которую я думала, что хорошо изобразила, но система со мной не согласна была. Кликаем на нее. И сохраняем себе иллюстрацию. Если не нужна она в синем цвете, то, как вы видите, есть кружочек с цветом, да, синий, в данном случае синий на примере. Можно на него кликнуть, выбрать любой цвет, который вам нужен, и этим цветом, соответственно, уже сначала рисовать, а потом выбирать, что же за иллюстрация была вам нужна. Всяких кошечек, собачек, слонов, пожалуйста. Главное, изобразите более или менее похоже, да, хотя бы отдаленно, да, напоминающе. Система вам подскажет уже, где эта картинка, можно ее будет взять, сохранить и куда-нибудь себе вставить в презентацию. Да, ребятам рассказать, что можно для презентации использовать, для проектов. Очень полезно. С точки зрения, когда мы делаем, да, mind maps, удобнее всего писать параллельно, когда ребята вам отвечают, генерируют различные слова, записывать их на доске параллельно с ними. Разница только вот в чем. Да? Если мы с вами пишем на доске, в этот момент мы от ребят отворачиваемся и стоим к ним спиной. Стоять спиной к ребятам не всегда очень хорошо, не все классы, да, тихие, идеальные. Плюс, когда мы отворачиваемся, они тут же теряют повествование, у них довольно часто тут же уходит концентрация внимания. Как этого всего избежать? Можно использовать вот такой бесплатный инструмент для создания mind maps, это сайт Bubble Us. Он действительно бесплатный, он даже может использоваться без регистрации, как и предыдущий, который я показывала. Что нам нужно сделать? Нам нужно зайти на сайт, кликнуть на Start Here, вбить туда свое слово, вокруг которого у вас должен выстроиться ваш mind map. В данном случае это было как в предметном портфеле слово school. Все, что будут ребята вам называть, вы впечатываете на, соответственно, да, вот этого паучка, добавляете каждый раз нового. Ребята увидели, как слово записано, тут же себе переписали в тетрадь. При этом вы к ним не поворачиваетесь, ни в коем случае спиной, вы сидите за компьютером, за ноутбуком, что у вас есть в кабинете, и печатаете те слова, которые вам называют ваши же ребята. Да? Это очень удобно, вы видите, что на доске появилось, и ребята видят, что на доске появилось, и переписывать им проще с печатного текста, чем с вашего рукописного. Да? И вы контролируете, как в этот момент ведет себя весь класс. Это... такой, да, такой ресурс для, не знаю, упрощения, наверное, своей все-таки работы, мне больше кажется. То есть, да, так, подводя итог первой половины нашей с вами встречи, активизируя творческие способности, нам помогают и задания УМК, и дополнительные учебные пособия, и онлайн-сервисы. Важно очень подготавливать почву для достижения успеха, то есть для того, чтобы наш ученик был позитивный, творческий, креативный. И творческие способности можно развивать на всех этапах обучения. Мы с вами и знали, и сейчас еще раз посмотрели на это. Вопрос остается только один. Активизировав творческие способности у ребят, как же все-таки привлекать их и удерживать внимание
на уроке, во время того, как они делают какие-то задания. Они очень часто бывают, теряются, отвлекаются, да, что же делать с их вниманием. Внимание, да, это очень такой важный механизм. Вниманием называют направленность и сосредоточенность сознания на определенных объектах или определенной деятельности, при этом при отвлечении от всего остального. То есть внимание – это всегда, когда мы выделяем что-то одно и сосредотачиваемся на этом. При этом мы оставляем без внимания все остальное, на чем мы сейчас не сосредоточены. То есть если вы сейчас смотрите в вебинар, например, сосредоточенно, то, скорее всего, вы можете даже не замечать, что у вас происходит, в принципе, вокруг вас. Да? В квартире ли вы, да, на работе ли вы. Вы можете не слышать какой-то шум, да, вы можете не обратить внимание, если кто-то подойдет и что-то у вас спросит. То же самое с ребятами. Да? Так как у внимания очень много свойств, да, среди них и концентрация внимания, которая у ребят очень низкая, как правило, бывает, объем, распределение, устойчивость, колебания, переключение внимания. Ребятам чаще всего сложнее концентрироваться на чем-то, уметь распределять свое внимание с одинаковой отчетливостью, да, на разные объекты, когда нам нужно и в учебник что-то посмотреть, и в рабочей тетради на что-то смотреть, и что нам учитель объясняет, тоже нужно, да, туда посмотреть, и на доску, на интерактивную нужно посмотреть. Сразу много всего, распределить свое внимание так, чтобы его на все хватило, довольно сложно. Даже взрослым людям не всегда хорошо это получается делать. Что уж говорить про ребят, особенно про начальную школу. Также, да, по устойчивости внимания. Это такая способность внимания длительное время удерживать объект в фокусе внимания. Например, это вы, когда вы объясняете новую тему ребятам. И переключение внимания, то есть способность переключать фокус внимания с одного объекта на другой, при этом распределяя внимание так, чтобы его на все хватило. Да, то есть внимание очень-очень сложный механизм. Нам что важно помнить, что внимание бывает двух видов. Это произвольное внимание и непроизвольное внимание. Непроизвольное внимание, как мы с вами понимаем, это когда кто-нибудь в кабинете уронил ручку, и все отвлеклись от вас и стали смотреть, как кто-нибудь поднимает ручку. Далее у кого-то с подставки упал учебник с громким стуком. Ну, точно все будут смотреть на ученика, у которого упал учебник, но никак не на вас. Это потому, что внимание бывает непроизвольное. Та же самая ворона за окном полетела, да, это тоже будет непроизвольное внимание. А вот произвольное внимание – это то, что мы заставляем себя делать, мы заставляем себя сосредотачивать на чем-то. Допустим, у нас скучная лекция, возможно, кому-то сейчас очень скучно меня слушать. Вы будете вынуждены сосредотачивать свое внимание, потому что вам все равно хочется что-то из этого понять и для себя вынести, какую-то интересную информацию, какую-нибудь интересную игру, я сейчас буду показывать, какой-нибудь интересный сайт. Соответственно, нам приходится над этим работать, да, над произвольным вниманием. А так как удержать произвольное внимание в течение урока учащемуся очень трудно, поэтому мы с вами, как правило, постоянно применяем какие-то элементы непроизвольного внимания, а именно наглядности, какие-нибудь яркие. А мы выделяем вещи, которые они должны именно увидеть, другим цветом на презентации, например. А мы меняем с вами интонацию, темп голоса, меняем форму работы, допустим, с индивидуальной работы на парную, на групповую работу. Применяем различные методические приемы, создаем игровые ситуации, соревновательные моменты. Все мы это делаем, чтобы у ребят удержать произвольное внимание. Плюс, чтобы произвольное внимание было у ребят более устойчивым, нам нужно постоянно давать очень четкие руководство к действию, что нужно сейчас сделать. Если вы четко говорите ребятам, что они сейчас должны открыть учебник на такой-то странице, они вас услышат и выполняют вашу команду. Они открывают учебник на какой-то определенной странице. Если вы поняли, что вы с этим упражнением закончили, все доделали, и теперь вам не нужен учебник, вам нужно открыть рабочую тетрадь и слушать аудиозапись, то вы им так и говорите, что сейчас мы закрываем учебник, открываем рабочую тетрадь, а теперь мы слушаем, находим такую страницу и слушаем аудиозапись. Без вот этих вот дополнительных инструкций, если их как-то не очень четко сказать, не убедиться, что в этот момент вот все учащиеся на вас смотрели и ждали, да, что вы сейчас им скажете, то обязательно будут те, кто потом будет спрашивать, а какую же страницу, а какое мы сейчас упражнение делаем. То есть, да, это абсолютно нормально, потому что удерживать, да, пытаться удержать произвольное внимание, это тяжело. Я этот пример сегодня уже показывала,
например, игра. В такой игре без внимания никуда. Да, у нас не получится, не удерживая внимание, понять, какую игрушку загадал наш сосед по парте, потому что если мы отвлечемся, мы забудем вообще, о чем он нам говорил. Или когда мы ищем разницу, да, здесь spot the difference в упражнении. Когда мы ищем разницу между двумя картинками, мы должны обращать внимание максимально на все, что там изображено. Только благодаря этому мы сможем найти как можно больше различий. В играх, настольных, например, играх, да, тоже без внимания никуда. Отвлекся, потерял возможность заработать какой-нибудь дополнительный балл. Или еще хуже, попал на какой-нибудь штрафной балл, штрафное поле. Да. Всякое бывает, нужно во всем здесь быть тоже внимательным. Давайте же рассмотрим некоторые приемы и способы, как завладеть вниманием учащихся и как постараться его подольше удержать. Сначала посмотрим на простые приемы. Самый простой прием, вы его точно используете, я в вас уверена, вы используете мячик. Да? Задавая, например, вопрос, если вы хотите конкретного какого-то ученика, который отвернулся, куда-то не туда смотрит, что-то не то делает, привлечь к себе его внимание, вы к нему обращаетесь, там, допустим, да, Петя, и, соответственно, вы говорите, после этого вы бросаете ему мячик, он должен, они все у вас к этому привыкнут, что вы обращаетесь, только вы зовете по имени, а затем кидаете мячик, да, он у вас поворачивается, смотрит на вас, вы показываете, что вы сейчас будете кидать мячик, да, задаете ему какой-то вопрос и бросаете мячик. Ему приходится слушать этот вопрос, потому что он в этот момент думает, что ему нужно поймать от вас мячик. Мячик – это весело, мячик – это игра. В начальной школе прекрасный способ, чтобы привлечь на некоторое время внимание учащегося. Мячик обязательно должен быть мягкий, легкий и маленький, но настолько, чтобы учащемуся было его легко поймать. Да, где-то вот приблизительно таких размеров. Игрушечные мячики очень хорошо подходят. Второй вариант. Для ребят постарше, но можно его использовать и в начальной школе, где-нибудь в четвертом классе, да, и, в принципе, иногда бывает третий класс, тоже такие довольно взрослые уже ребята, зависит от состава класса, смотрите уже, да, сами, все дети индивидуальны. А выберите какое-нибудь смешное слово. Ну, я здесь привела пример с базинга, но выберите, возможно, что-то еще, может быть, в принципе, какое-то смешное слово, которое ребят смешит. Каждый раз, когда вы будете произносить это слово, учащиеся должны что-то сделать, какую-то команду. Просто вы должны договориться, что вот когда я буду говорить это слово, вы делаете определенную команду. Ну, стукнуть по столу два раза и два раза хлопнуть в ладоши. Или просто хлопнуть в ладоши два раза. Да? Или сказать в ответ какое-то кодовое слово. Да? Зачем это делается? Они у вас начинают после объяснения темы, или вы смотрите, может быть, какой-нибудь, посмотрели короткий ролик, да, они видите, уже начали уставать у вас, они иногда после двух минут видеоролика тоже устают. Или вы работали с карточками, например, и они уже где-нибудь к пятой карточке уже устали на вас сидеть, смотреть, бедные и несчастные. Вы у них наверняка не первым уроком стоите с английским языком. Соответственно, нужно в этот момент дать им это, сказать это слово, они тут же у вас подскочат, потому что вспомнишь, что так что-то надо было сделать. Кто-то сделает правильно эти хлопки, кто-то перепутает, сколько раз надо было хлопнуть, сколько раз надо было топнуть. Неважно. Они, конечно, между друг с другом посмеют, скажут, а, вот ты неправильно сделал, но это не страшно. Наша задача, что они вдруг все проснулись опять, и мы заново можем начать исчисление того времени, которого нам хватит на следующий этап работы. Ну, как правило, да, 7 минут на то, чтобы они опять удерживали, смогли начать опять удерживать внимание на том, что вы говорите, на том, что вы объясняете. Взбодрим учащихся. Для ребят постарше. Да, для основной школы, для старшей школы. Для старшей школы это вообще очень хороший прием. Вы можете заготовить несколько шуток по теме урока, желательно именно по теме, и чтобы они у вас просто были наготове, то есть по теме, возможно, по юниту, да, не именно по конкретной теме. Более широко можно взять, да, тематику. Если вы проходите, допустим, изучаете что-нибудь связанное с погодой, да, но погода у вас это общее название юнита, да, как правило, weather, а изучаете вы название месяцев, то либо вы можете что-то веселую, какую-то шутку про месяцы, конечно, сказать, а можете, в принципе, про погоду. Да, это тоже будет все равно к теме занятия, к теме вот того, что вы сейчас изучаете. Вставляйте эти шутки в ход урока, когда вы видите, что учащиеся начали отвлекаться. А в начальной школе можно использовать такой прием, как animal sounds, очень простой. Вы называете животное или, что еще лучше, показываете карточку с этим животным. Желательно использовать его тогда, когда у вас не было работы с карточками, да, чтобы ребят не запутать окончательно. Учащиеся должны сказать, какой звук это животное издает. Если вы показываете изображение слона
И спрашиваете у них, an elephant does what? А они должны вам, соответственно, произнести звук все. Все, да, большой толпой будут у вас гудеть, но они должны произнести звук, как говорит, какой звук издает слон, говорит слон. Если вы показываете, да, как здесь, к примеру, у меня a whale, да, соответственно, вы спрашиваете, вот кита показываете, a whale does what? Да, и не забывайте хвалить, да, that's right, be creative with your animal calls, да. Давайте им возможность немножечко отвлечься. Помните, что когда вы их отвлечете на 2-3 минуты, потом у вас заново будет вот это небольшое время на то, чтобы их внимание опять на чем-нибудь сконцентрировать и задержать, самое главное. А можно идти ва-банк и привлекать внимание с помощью переключения внимания. То есть переключение между темами, между тем, что вы делаете, между форматом того, что вы делаете. А можно сделать еще и переключение именно с помощью вопроса какого-то. Задайте учащимся вопрос более широкий, чем та тема, которую вы изучаете. Да, но, конечно же, связано с уроком. И вкратце, с двумя-тремя учащимися, которые первые вот, да, что-то выскажут, потому что остальные будут их слушать и посмотрят на них, да, они подумают, боже мой, что это от темы урока мы вдруг куда-то отошли. Если вы, допустим, изучаете Present Perfect, спросите у ребят, какое время английского глагола, по их мнению, является наиболее нужным и почему. Некоторые ничего вам не захотят ответить, но начнут слушать, что там другой сказал. Кто-то очень, да, рьяно объяснит, что Present Perfect вообще не нужно. Достаточно simple, да? Таких ребят тоже много найдется. Кто-то просто посетует, что ой, как много времен английского глагола и как с ними сложно. То есть вы их таким образом все равно опять привлечете к себе, они начнут на вас смотреть, вас слушать, вернуться к тому, что вы делали. Можно использовать неожиданное оформление объяснений темы. По неожиданности здесь именно, чем у вас, как правило, больше какой-то интересной анимации, иллюстраций на том, что вы объясняете. Да, чем меньше текста и больше картинок, тем всегда больше приковано внимание, потому что иногда ты просто по картинке не все можешь понять, и тебе приходится слушать, например, лектора. Да, я так как веду все-таки вебинар, то я стараюсь и текст тоже класть, потому что, возможно, у кого-то что-то со связью будет, вы ничего не увидите, что на слайде, да? А у кого-то, наоборот, может со звуком что-то быть, поэтому я здесь подстраховываюсь, у меня и текст есть на слайде, и я здесь перед вами сижу и вам говорю и рассказываю. То есть, да, имейте в виду, что для ребят это тоже важно. Поэтому, если вы показываете презентацию в PowerPoint, то иногда вставляйте туда картинки. Иногда добавляйте туда какие-нибудь иллюстрации просто для украшения. Например, если это какая-то идея, у меня там чуть попозже будет, добавьте эту лампочку, да, такую, как будто как идея какая-то родилась. Если у вас нужно будет сейчас сделать mind map, почему бы эту mind map не поставить из бесплатных ресурсов, взять какую-нибудь картинку человека, который вот так думает, да, и добавить к нему облачко, да, а в нем mind map нарисовать. То есть ребята сразу догадываются, ой, сейчас будем mind map делать. Это тоже очень, да, здорово и важно. А если все это можно еще и заанимировать, то есть что-то будет появляться, да, как-то исчезать не в переизбытке, а в нормальном таком адекватном количестве, то это хорошо. Плюс можно делать анимированные ролики. Мне, конечно, уж прям очень много функций есть в Powtoon на бесплатной версии, но все равно многие функции из того, что есть в бесплатной версии, можно использовать и делать такие анимированные ролики в этой, на этом сайте, в этой программе. Пример мы с вами этого ролика смотреть не будем, The Active and Passive Voice, вы потом сами сможете спокойно его включить и посмотреть, и понять, что такое Powtoon, если вы в нем еще ничего ни разу не делали. Или вы можете посмотреть видеозапись вебинара, который у нас проходил летом, веб-сервиса в работе учителя английского языка. Там мы вместе с коллегами, таких вебинаров было несколько, прямо составляли и делали онлайн. Я работала в программе Powtoon, например, а коллеги предлагали, что там ставить, что делать. Можно с ребятами играть в игры. Да. А причем чем старше ребята, тем вот неожиданнее, необычнее должны быть эти игры. Можно поиграть в ролевую игру Historical Figures and Instagram. Почему здесь такие, да, фигуры у нас изображены, люди, которые точно никак не связаны с Инстаграмом? Да потому что как раз в этом и есть вся затея. Мы подбираем несколько персонажей, несколько известных личностей, у которых мы точно знаем много, можно найти иллюстрации в интернете, и не только их собственных, но и века, в котором они жили, каких-то событий, которые происходили тогда, когда они жили и так далее. Соответственно, мы должны предложить учащимся представить,
что какие-то выдающиеся люди из тех, кого мы им дали на выбор, они использовали бы Инстаграм. Спросить у них, по их мнению, какие фотографии бы выкладывал в своем профиле Джордж Вашингтон? Да? Или что бы публиковал в своем профиле Шекспир? Делала ли бы Агата Кристи селфи, публиковала ли бы она их в свой Инстаграм, если бы он у нее был? Да? И так далее. То есть про кого бы вы ни придумали, да, главное, чтобы у этой исторической личности точно никогда ничего подобного не было. Желательно, чтобы это было где-нибудь, да, несколько веков назад. Тогда будет еще интереснее, еще загадочнее искать фотографии для такого вот Инстаграма. Учащиеся выбирают себе кого-то одного, если им вдруг не нравится никто из тех, кого вы предложили. Очень часто вкусы не совпадают. Предоставьте им возможность выбора. Только проверьте, что они точно не халтурят. У этого человека не могло быть никогда никакого Инстаграма. Да, чем вот давнее это было, тем лучше. Далее они могут как на листе А4, как я здесь предположила, да, но это будет очень мелко, так и на половине ватманского листа, да, это будет, соответственно, что у нас А3, нет, вру, А5, наверное, я в них ничего не разбираюсь, поэтому, да, на половине ватманского листа можно это все изображать. Вы рисуете страничку из Инстаграма, иллюстрации, и под ними делаете подписи, конечно же, с хэштегами, с картинками, то есть, допустим, Агата Кристи могла выложить и свое селфи, как будто, чтобы она там написала. И она могла выложить фотографию своей книги. Можно даже попросить ребят фотографировать какую-нибудь из книг Агаты Кристи на английском, конечно же, языке, и тоже ее там, эту фотографию приклеить, поместить. Фотографии мы печатаем из интернета, допустим, из что-то мы можем сделать, свои какие-то фотографии, представить, что этот человек тоже мог такую фотографию сделать и опубликовать. Подписи мы сочиняем, хэштеги мы тоже придумываем и сдаем какой-то набор этих иллюстраций. Да, скажите, сколько их должно быть минимально, 6, 9 и так далее. А можно оформить это не только на листе А4 и на половине ватмана, можно сделать это и в edu.glogster.com. Это у нас такая программа, здесь, конечно, free account, он действительно limited, там не очень тоже много можно сделать, но самый простой такой глог, то есть интерактивный плакат, создать можно. Интерактивный плакат вы выбираете создать, выбираете, какой он у вас будет, шаблон вы можете сделать и с нуля, да, вот здесь есть blank, и горизонтальный есть, и вертикальный есть шаблон. Есть с различными наполнениями, различных цветов, вы видите, да, и по теме Language Arts, и уже чем-то заполненные, и фон такой, и фон другой. Выбирайте то, что больше нравится, как удобнее расположено, туда можно добавить и встроить видео, например, с YouTube, туда можно встроить аудиозапись, туда можно встроить текст, картинку, дать гиперссылку на текст, на какую-нибудь картинку, гиперссылку можно поставить и на видео, и все это будет, соответственно, на одном таком интерактивном плакате высвечиваться. Очень удобно, потому что ребята в итоге смогут презентовать, просто зайдя на какую-то страницу, так, итогового своего готового проекта, и показать вот все, что этот человек мог создать, если бы у него был Инстаграм. Можно с ребятами подводить итог такой урока в виде Today's Lesson Tweet или делать такие твиты во время урока, если они у вас отвлеклись. Да? Ребята любят Инстаграм, любят Твиттер, все это им интересно. Можно это использовать и в учебных целях тоже. Например, твит по теме лекции можно, или по теме урока, да, сделать. Вот по теме сегодняшней лекции я бы твитнула, что существует много способов и приемов для концентрации внимания обучающихся во время урока. Хэштеги семинар, концентрация внимания, урок английского. Да, соответственно, вы как participant тоже могли бы что-нибудь, да, написать в качестве твита по теме лекции. А ваши учащиеся, если вы на уроке это будете использовать, могут твитнуть что-то по теме вашего урока, что они для себя сегодня нового вынесли. И дайте им лимит тоже, допустим, и чтобы было обязательно 3 хэштега. Они могут это как писать, так и вы можете быстро провести опрос, составить устно, да, это высказывание с них собрать. Получатся такие вот твиты. Очень должно им понравиться, потому что это легко, потому что им это близко, и потому что это в любом случае привлечет внимание. Наша главная цель в данном случае – это именно привлечь внимание учащихся. Также можно использовать прием Scramble It, то есть мы пишем на доске или, как вариант, раздаем на листочке каждому ученику слово по теме урока или из числа лексических единиц, которые изучили на прошлом уроке. Главное в этом слове перепутать буквы, да, то есть Scramble It.
И просим их составить это слово. Только хотел спросить, какое слово загадывать. Спасибо большое, Галина. Да, это attention. Действительно. Да, вот у нас... Потому что по теме сегодняшнего, да, занятия, потому что здесь очень много букв T, довольно легко догадаться, что за слово здесь загадано. Но вот вы, ребята, еще больше буквы перепутываете и берите слова какие-нибудь очень такие заковыристые. Можно использовать тренды. А в ходе урока, когда учащиеся уже, вы видите, начали уставать и отвлекаться, сразите их на повал, задайте им вопрос или скажите какой-нибудь интересный факт. Did you know that? Да? Главное, чтобы тема вопроса или этого факта их поразила. Особенно, чтобы они очень были поражены от вас это услышать. Ну, например, did you like the new filters on Instagram? Вот, да, если они даже, возможно, и не знали, что у вас есть Instagram или у вас нет действительно Инстаграма, да, и они про это знают, они очень будут удивлены, что вы их спросили, нравятся ли им, да, вот новые фильтры, которые в Инстаграме появились. Или что-нибудь из мира поп-музыки. Просто задумайте заранее этот вопрос, запишите себе его, да, как вам новая выходка Джастина Бибера, я не знаю, что-нибудь такое, да? Главное, чтобы учащимся было неожиданно от вас это услышать. Они у вас, лучше пускай, опять же, да, 2-3 минуты ответят вам на этот вопрос, что-нибудь пообсуждают, у вас, может быть, даже будет чуть-чуть шумно, зато они точно все из своих вот этих дел, из телефонов, не дай бог, из, куда они там еще отвлеклись, от ворон в окне, да, они опять вернутся к вам. А наша задача – это привлечь их внимание к вам. Как я уже сказала, можно использовать песни, да, и песни можно использовать в том числе и для смены видов деятельности, чтобы сконцентрировать внимание учащихся на том, что вы сейчас изучаете. Например, если у вас грамматическое какое-то время или конструкция, то можно и песню к этому, да, тоже приурочить. А можно, если нет ровно по теме урока, например, какой-то грамматической конструкции песни, то можно взять песню по тематике, относящуюся близко к той теме, которую вы изучаете. Выполняя задание, которое направлено на то, чтобы проверить, как хорошо учащийся понял текст песни, а также задание, да, которое заставляет мыслить, заставит внимание обучающихся снова концентрироваться. А нам это и нужно. Вот пример такой песни с заданиями, Songs and Poems for Junior School. И задания здесь есть не только по содержанию песни, по тексту песни. Есть такие задания, чтобы нужно было просто вспомнить и задуматься. Is it cold in January? Is it hot in summer? Is it dark in the evening? Is it late at 10 p.m.? И так далее. Да? То есть это все тоже можно использовать. Можно на конкурсной основе, ребят, опять приводить в чувство, да, возвращать их внимание к вам. Когда они слышат, что можно где-то выиграть, как правило, они тоже сразу же, да, во внимание опять включаются. В данном случае, в этом примере, ребят просят разделиться на несколько команд, распределить роли в песне и подготовиться ее инсценировать. А на следующем уже уроке провести конкурс на лучшую инсценировку песни. Ну, такое задание в happyenglish.ru есть. А по нестандартным заданиям, да, я вам многие уже сегодня показала, и мозговой штурм, и задания на работу с инструкцией, и заполнение таблиц, и творческие задания. Вот, при этом в портфеле таких заданий много, они birthday party planner заполняют, и здесь нужно символ своей вечеринки в честь дня рождения нарисовать. А это очень, да, и творчески, и внимание концентрирует. А здесь нужно решить очень правильно и точно unusual story, такие вот tasks, которые нужно делать one by one, не перепрыгивая, ни в коем случае ничего не оставляем, делаем строго по строчкам. И потом ребята узнают, что, оказывается, ответы были от них так близки, а они-то их и не видели, они всего лишь на следующей странице на сгибе, да, загибаем страничку и проверяем себя. Или когда мы в развивающих заданиях, стихах и песнях для начальной школы собираем такую елочку, нам нужно так, чтобы текст поздравления поместился на елке, да, и поэтому мы должны расположить и вписать строчки стихотворения и раскрасить потом весь рисунок. И творчество, и интересное задание, которое точно привлечет внимание. Или когда мы окраски их делаем, да, это тоже вот у Владислава Петровича в этой книге есть. Можно написать всего 4 строчки, как он пишет, то есть стихотворение не обязательно должно быть в рифму. Так что даже если вам кажется, что уж очень сложно, но попробовать себя в роли поэта, да, может даже учащийся начальной школы. И из последнего, это можно привлечь, попробовать внимание учащихся тем, что вы их предупредите, что в конце урока с них что-то будет спрашиваться. Например, можно им сказать в начале урока, что в конце без ticket out the door они из кабинета у нас, да, не выходят, пока его вам не сдадут. То есть покидают кабинет они в обмен на такой вот билетик. В билетике можете придумать самостоятельно, какие вам больше вопросов там понравятся и нужны.
Может быть, вы попросите написать три вещи, которые они узнали на уроке, что для них нового сегодня было. Может быть, вы попросите написать на этих tickets вопрос, который у них остался, и они постеснялись его задать на уроке. Может быть, там будет, в принципе, какая-нибудь важная вещь с урока, которую я запомнил. Может здесь быть три слова, которые я сегодня выучил, и, соответственно, их можно использовать, попросить ребят использовать их же в предложениях. В одном предложении все эти три слова или три предложения по одному в каждое предложение из этих слов нужно использовать. Главное, чтобы билетик был подписан, да, желательно, чтобы стояла дата. То есть, если вдруг там будет какой-то для вас вопрос, который учащийся постеснялся в рамках класса задать, да, вы сможете one-way ticket. Но он такой one-way тоже получится. Главное, что для учащихся, то он в конце урока очень хороший такой way, да, он на выход. То вам еще оставаться, еще уроки проводить. То есть, да, такой вот прием тоже может ребят заинтересовать, потому что особенно, да, все-таки в основном звене, 5, 6, 7, 8 класс, они еще точно вас услышат и все-таки постараются, ну, хотя бы в течение урока хоть немножко обращать на вас внимание, чтобы им было, что потом писать в этом ticket out the door, потому что если они вообще не будут вас слушать, это будет понятно из того, что они напишут в этом ticket out. Да, у соседа как бы не спишешь, да, у каждого будет свой какой-то вопрос, каждый запомнит какие-то свои три слова, которые он выучил сегодня, да. Ну, может, конечно, что-то совпадать, но не абсолютно прям все. Придется что-то, во что-то включаться и думать. Таким образом, постоянная смена видов деятельности на уроке позволяет поддерживать концентрацию и устойчивость внимания у обучающихся. Использование, как мы с вами посмотрели, нестандартных заданий привлекает и вовлекает учащихся в процесс работы на уроке. Можно использовать песни. Песни будут вам служить прекрасным элементом поддержания внимания. А использование, например, необычных, оформленных, необычно анимированных презентаций, роликов, просто как минимум за счет своего необычного формата будет повышать концентрацию внимания у учащихся. Вот, собственно говоря, то, о чем мы с вами сегодня должны были поговорить и поговорили. Я оставляю вам ссылки здесь на полезные ресурсы. Да, например, здесь есть tutorial, как делать Powtoon. Да, если вы захотите самостоятельно с этим повозиться, чтобы вам вообще не искать tutorial, здесь он уже есть по ссылочке. Можно просто, да, будет скачать презентацию, перейти по ссылке и все посмотреть. Ссылочка на наш сайт, на интернет-магазин Титул, на издательство в соцсетях, ВКонтакте, Фейсбуке, в Инстаграме, наши хэштеги. Да, обратите, кстати, внимание, что у нас в интернет, помимо того, что в интернет-магазин вы можете попасть, у нас еще и на englishteacher.ru появилась вкладка «Обучение». Да, вы там сможете найти и платные онлайн-семинары, которые проводит сейчас Алексей Васильевич Конобеев. Смотрите, у нас там на 17 число, по-моему, ближайшее запланировано, или на, я уже забыла, на 24 там есть, там и про Icebreakers, и про ЕГЭ есть, очень интересные темы, и на английском языке Алексей Васильевич такие вебинары проводит. И плюс у нас там скоро появится курс повышения квалификации, и из ближайшего это очный курс повышения квалификации, однодневный очный семинар в октябре, 29 октября, состоится в Москве. Смотрите, там и акция очень интересная сейчас по оплате. Скидка небольшая все-таки есть, это тоже очень полезно иметь какую-нибудь скидку. При условии ранней оплаты там будет немножечко дешевле стоить сам семинар. И у нас, посмотрите, да, там за этот семинар 29 октября, который в Москве будет проходить, выдается удостоверение о повышении квалификации на 16 часов. Пожалуйста. Да, коллеги, а наш сертификат можно получить за вебинар не только в электронном виде, но и в печатном виде. Это очень просто. Вам достаточно свой электронный сертификат отправить на connect@englishteachers.ru с вашим полным почтовым адресом. Вам выставят счет, соответственно, на 150 рублей, вы его оплачиваете, и вам высылают на ваш почтовый адрес уже напечатанный сертификат, стоит это 150 рублей. На случай, если вдруг вам нужен полноценный сертификат с указанием лицензии на образовательную деятельность, с печатью, да, с индивидуальным там номером именно печатного сертификата, у нас отдельная нумерация ведется, тоже можно будет проверить, что это именно ваш печатный сертификат, что вы его не сами где-то там все сочинили.
Так что если у вас принимаются вот именно такие, они у нас тоже теперь есть. Под заказ, пожалуйста, если нужно, то тоже пишите, спрашивайте. Пожалуйста, коллеги. Надеюсь, сертификаты у всех скачались, все получилось. Вопросов вроде бы никаких не вижу. Спасибо большое, коллеги, за внимание. Всего вам доброго и до новых встреч.